За срыв строительства двух улиц в Чистых прудах администрации придется заплатить штраф. Об этом на заседании Гордумы заявил замглавы администрации Роман Морозов. Речь о двух улицах Ивана Попова от Чистопрудненской до Фестивальной и Мостовицкой. По нацпроекту «Жилье» их должны были сдать еще в ноябре прошлого года. Но работы до сих пор не приняты. По словам Морозова, если объекты не успеют сдать до 1 апреля в этом году, тогда городу придется заплатить штраф в размере 30 миллионов рублей за то, что не освоили федеральное средство. В частности, на улице Попова не выполнены работы по устройству тротуара со стороны церкви, не установлены опоры освещения. При этом асфальтировать территорию и благоустраивать можно будет только при благоприятных погодных условиях. Успеет подрядчик или нет, до 1 апреля завершить все работы неизвестно.